Ассаляму алейкум, уважаемые единоверцы! Вот и закончился месяц Рамадан. Завтра, 24 мая, мусульмане всего мира отметят великий праздник Ураза Байрам. К сожалению, из-за сложившейся ситуации мечети будут закрыты, и верующие не смогут совершить праздничную коллективную молитву. Но мы можем создать праздничное настроение в своих душах и в кругу своей семьи. Также следует увеличить количество поминаний Всевышнего Аллаха и увеличить такбиры. После этого нужно будет направиться, навещать соседей, родственников, родителей, а также стараться делать как можно больше благодеяний, раздавать садаха, милостыню и творить добрые дела. О Аллах, прими наши посты и благодеяния, совершенные в уходящий месяц Рамадан.